Йоу, всем салют, чувачки, с вами Прослушка. Наконец-то добрались до релизов, которые выходили недавно. Вообще очень много всего интересного вышло, и неинтересного тоже. Вот, но из последних новинок, я думаю, мы заценим все-таки. Блин, касту еще с того года не прослушал. Короче, давайте начнем с Курта и Трувера. Альбом EP Hybrid, Гибрид. Интересно, интересно, что скрывается под этим названием. Первый трек «Ебой». Ебой. Качает тема. Ебой. Немного эффектик наложен. Такой легко раскачивающий бит, уверенная читка от обоих, вообще классный дуэт. Так, неплохой трек, дал-дал. Такой какой-то мрачный оттенок есть все-таки у Гибрида, как я понял, по двум трекам. Мне кажется, им, ну вот, по душе такое именно. Но обозвание еще в конце, короче, я скажу. Мама тебя тоже, они так любят эти евро, я еврей, извини. Столько нужно было дизелей, все беру. Кто там вытяните парашют, еще пару. Ну что-то по темам особо не заходят, конечно. Просто чисто на фоне, если слушать, то норм. Темы кочевые, конечно, именно вот биты. Этот пока менее понравившийся трек. Гибрид. Так, последний. Нет стопа. Интересно все-таки звучит Курт. Так. Что сказать-то по EP? Как я уже сказал, в принципе, повторюсь, на фоне чисто там, если заиграют какие-то треки, то норм. Вот так чисто именно прям слушать на репите, то нет. Это больше, ну, проходная, наверное, какая-то такая работа получилась. Ощущение просто то, что, ну, вот были там какие-то демки, треки, ну, давай вот это у нас будет в EP выльется все. Не знаю, по сути, пацаны
оба хороши, но здесь Курт мне больше понравился в эпишке. Как-то он все-таки... Либо уже я как-то, может, подустал от Трувера, то, что я его слушаю постоянно. Нравились ходы какие-то, ходовочки от Курта. Прикольно, прикольно делал. Вот, по битам, вот первые два мне более-менее еще зашли, вот что-то последние два, как-то уже все прям скучно стало. Ну, как-то так, не знаю. И я хотел сказать по поводу названия альбома «Гибрид». Короче, у меня, наверное, были завышенные какие-то ожидания, это мои проблемы, конечно же. Но глядя на название «Гибрид», а это все-таки смесь чего-то, я думал то, что они здесь, ну, это какой-то экспериментальный такой EP будет, то, что они скрестят в итоге там разные стили какие-то, допустим, или еще что-то. Но в итоге они просто назвали EP так же, как и, собственно, песня «Гибрид». И в песне-то понятно там, почему гибрид, там это в припеве поется то, что у него разные смеси и так далее. Там это нормально, но как название альбома, я считаю, мне кажется, что это неправильно, потому что как бы и Курт, и Трувер, они более-менее похожи даже по стилю, читки и так далее. Биты, ну, тоже одинаковые были, поэтому... Вот мое самое главное, наверное, расстройство было в этом. Но опять же, повторюсь, мои ожидания, мои проблемы. Вот. И эту EP, я не знаю, вряд ли я буду и добавлю себе, и буду слушать. Но если я услышу где-то у кого-то, то я не буду против. Вот. И еще у Кали и Курта выходил трек 72. Давайте его тут же заценим. Дабы не возвращаться к Курту. Это уже вторая или какая? Третья, по-моему, совместка. Мы совсем не жалеем себя, братья. С каждым днем везет мне с этими синими, с этими красными. Вот Кали хорош вот в этом стиле. Курт на припеве? Просто? Курт просто на припеве? Камон! Но продакшн, кстати, тут тоже хорош. И вот... И вот что касаемо гибрида и вообще дуэта, вот Кали и Курта тоже интересно слушать, как они оба звучат на одном треке. Это даже как-то поинтереснее было. Ну тут в основном, конечно, Кали был. Видимо, это сингл, может, с предстоящего грядущего альбома, не знаю. Вот. Так, In the Black Ride еще, конечно, выпустили, но что-то... Ни тот, ни другой мне особо не заходили. Поэтому вряд ли я буду это вообще слушать. Все, наверное, тут. Так странно. In the Black Ride выпустили раз, два, три сингла до релиза. И в итоге... В EP-шке только один трек какой-то новый. Ну, странно. Вот надо делать как Курт и Трувер. С этим релизом, я думаю, я все сказал. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.